Хейо, друзья, всем привет, это канал Дурацкий Крутой, и это новая игра на канале Final Fantasy X. На самом деле, об игре я мало чего могу сказать, потому что свое время игра меня обошла, я особо ей не интересовался, играл очень-очень мало, знаю, что там главного героя зовут Тидус, знаю, что там какое-то все пляжное такое, знаете, в стиле Кронокросса, злодеи, как подобается. Мы честные рыцари, которые будем уничтожать это зло. Давайте уже начнем играть. Поехали! Так, выбор системы развития персонажа. Выберите версию сетки сфер. Давайте стандартную выберем, как она была. Так, вы выбрали стандартную, да. Саундтрек. Оригинальный, конечно. Нахрена нам измененный? Да. Да. Послушайте мою историю. Возможно, это наш последний шанс. Эй, подпиши мне! Не вопрос. Так, Тидуса, пускай он Тидуса останется. Пожалуйста! Конечно. И мне! Поспокойнее. Спасибо за автограф! Можно твой автограф? Конечно. Блин, друзья, какой английский мерзкий, прям страх. Удачи сегодня. Волноваться не о чем. О, если я забью гол,
то сделаю так. Это будет значить, что он для вас, хорошо? Где вы будете сидеть? Восточный блок, первый ряд. Пятое место справа. Заметано. Ну, у меня пора. Болейте за меня. Три, два, точнее, два, три. Научи нас блицу. Эй, у меня игра. Так, научи потом. Может быть, сегодня вечером, но... Ты не сможешь сегодня вечером. То есть завтра. Обещаешь? Обещаю. Я был в кофейне, когда сбежал из дома, услышал эту новость. Наш герой Джек пропал, растворился в воздухе. Мой отец, наверное, был самым большим его фанатом. Я помню, как он грустил. Черт, нам всегда было грустно в тот день. Зинар сказал, я сам себе... О чем он думал? Я побежал прямиком домой, мы всю ночь сидели и говорили о Джекте. Так много мы с отцом никогда не разговаривали. Эй, народ, я не хотел вспоминать об этом. Дорогу, уступите дорогу. Я прохожу, извините. Эй, я опоздаю. Эй, пустите.
Аурон, что ты здесь делаешь? Я ждал тебя. О чем это ты? Начинается. Don't cry. Не плачь. Что за... Hey, wait. Эй, подожди! Эй, не сюда! Смотри. Мы называем это Син, либо грех. Гре. Син, помню, как было там Гре вместо Син. Син так син. Откуда из задницы что достал? Ну ладно, это Final Fantasy, можно простить. Подарок от Джекта. От моего старика? От бати? Батин меч. Ты чё, вставай давай. Батя бы угорел над тобой, если бы ты не встал. Надеюсь, ты знаешь, как им пользоваться. Сейчас узнаем. Эти не проблема, прорвемся сквозь них. Не трать сил на всех рубитех, кто мешает, и беги. Как будто нас кто-то цена правильно хочет остановить. Такое чувство. Вот и первый босс. Дэми. Убирайся с моего города. Кому-то не терпится умереть. Овердрайвы. Когда шкала овердрайва расположена под изображением ЕЖМ, я так понимаю, это маны и жизни, заполнена, персонаж может единожды использовать особую атаку. Нажми стрелочку в окне ввода команд, чтобы применить овердрайв.
Нет? Сфера сохранения странник уровня 1 хранит записи ваших... Короче, это чекпоинт. На чем смеешься, старик? Аурон, давай выбираться отсюда. Нас ждали. А? Слушай, дай отдохнуть. Похоже, дело плохо. Вот, сбросим это. Что? Увидишь, верь мне. Идем. Аурон. Ты уверен? Вот и все. Это твоя история. Нас затягивают в какой-то анус. Это мне напоминает фильм «Эволюция». Там такой же в конце был. Куда Хэдден ушел? Все начинается здесь. Эй! 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 Мой старик?
Я думал о многом. О том, где был, во что угодил. Я почувствовал головокружение, затем сонливость. Думаю, мне снился сон. Сон, наполненный одиночеством. Я хотел, чтобы кто-нибудь, ну, хоть кто-то оказался рядом, чтобы я больше не чувствовал себя одиноким. Есть тут кто-нибудь? Хочешь, я выключу финалку девятую, будем играть, если не понравилось. Эй! Есть брас какой-нибудь. Ой. Ой-ой-ой-ой. Ой! Все применил. Как плыть быстрее, просто хотел понять. А, вот вроде. Прыгать мы, конечно, не можем. Тут сейвы как-то часто тут. Да, блин. О, с какой стороны-то? А, на нолик. Ай! Раскладка японская, понятно. Все понятно теперь. Надо будет потом управление поменять.
Я попал из огня в полымя. Я думал, что умру в этом месте. Чё это ещё за место такое? Так. Какая-то пирамида. Может, Атлантида подводная. Холодно. Нужен огонь. Давайте найдем огонь. Надо найти, наверное, части какие-то. Так. А музыка как в девятой финалке играет. Что-то все сейвы какие-то прям через раз. Я что-то взял, взяли что ли опять очередной? Не увидел. Так, что у нас тут? Что у нас тут цветов? А чё? Закрыто? Я отсюда пришел. Там надо чем-то зажечь, или ничего не надо, он так просто кинет. Кремень. Хер его знает, где кремень-то. Смотрите. Вот чекпоинт. Дверь. О, дверь открыта. Вот и кремень. Так великодушно, блядь, лежит. Игра какая-то для школьников. Слишком простая. Пока что. Даже комбинировать не надо, он сам все делает. Обосрался. О, кто-то уже палит. Нас уже кто-то с вами палит. Мне нужна еда. Чё ты хочешь? Это была глупая ошибка. Твоя команда проиграла за тебя. Ты пришел, чтобы сказать это? Прошло 10 лет. Я думал, ты будешь плакать. Кто, я? Ты плакал. А ты еще кто такой? Некретенок какой-то. Костер потух, Бубалех. Подожди, не угасай. Постой, я достану еще дров.
Ого. Что ты такое? Зачем ты мой костер потушил? Гад. Дай дух перевести. А вы еще кто? Ты за меня? Круто. Использование гранат. Некоторые предметы, такие как гранаты, когда их применяют, имеют специальные эффекты. Такие предметы могут быть применены только в битве путем выбора специального навыка использовать. Может быть, скажешь что-нибудь, это как-то крипово. Просто пялится. Это было очень близко. Эй, отпусти. Бикутата. Ирштина зон решили. Короче, я не буду это переводить, козябры. Это было больно. Сейчас с ноги так джишь ему добавит. Ладно, сейчас сейф будет. Вон, я уже вижу, он сейф светится. И на эту первую серию закончим. Тоже 42 минуты играем. Эй, больно же!
О, ладно. Да, как скажешь. Я же сказал, что не понимаю. Он сказал, ты можешь остаться, если будешь полезен. Ты понимаешь меня? Хорошо, я буду работать. Так, друзья, давайте, наверное, на этой ноте сейчас закончим. Серия такая получилась, какая-то спонтанная. Нихера непонятно, что происходит. То есть мы в какое-то прошлое нырнули. Но если вам серия понравилась, вы знаете, что делать. Ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, на мой канал. Ну а с вами был, как обычно, Дурацкий и Крутой. Всем удачи и до новых встреч.